Это еще один новый проект нашей мастерской Ferrari 365 GT. Этих автомобилей было сделано всего 800 единиц. Это автомобиль переднемоторный. Здесь стоит двигатель 12 цилиндров объемом 4,4 литра. Ferrari 365 GT отличал не только мощный двигатель, но и комфорт внутри салона. Здесь электрические стеклоподъемники, кондиционер, кожаный салон, электрический люк. В этом автомобиле мы произведем капитальный ремонт двигателя, отремонтируем и покрасим кузов и полностью перетянем салон. We'll be right back.